Правильно, блядь? Пошли, давайте. То есть, на экрану, да, прямо сыграешь. Или ты так поближе всем видно? Да. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Наша группа. Полный туман. 89-й год, когда один квадратный метр стоил 3 евро, он купил этот участок земля. Но до этого он работал вместе со свой отец, 20 лет научился, сделал опыта. И вместе с женой, когда поженился, купил этот участок земля и начинал заниматься с этот мастерская, которая производит сувениры из глины. Только 5 человек работают на этой мастерскую. Уникальное, которое отличает эта мастерская от других, что все делает руками, без никакой намеса машины, поточные процессы. Только руками и фантазия мастера. То, что вы увидите здесь, гарантирую вам, на другие места не увидите. Все дело руками, все дело фантазия мастера. Материал, от которого производит он эти сувениры, он покупает с города София. Он сам не производит этой глины. Покупает с города София, но краской, которые потом он сам производит. Когда зимой нету туристов, каждый день он делает от 50 до 100 штук, чтобы летом может продавать на туристов. Сейчас, когда сувенир готов, поставляется основа, вода с глиной. И потом начинает с краски. Вот из краски начинается. Поставляет несколько видов краски, и потом, когда сувенир готов, поставляется в печь. Один раз на 800 градусов, второй раз на 1200 градусов по 5-6 часов. Потом сувенир меняет цвета, поставляется и глазура. И потом его жена продавает в магазин. Не знаю, почему всегда женщины занимаются с деньгами. А мужчины только их зарабатывают. Уникальное. Просто вы потом увидите это мастерская, увидите и магазин. Увидите такие произведения, которые на другие места не увидите. Очень часто меня спрашивают. Уже вернулись от этой экскурсии от Балчика и говорят: Веселин, купи там меня вазу или что-то другое. Сейчас момент, посмотрите, что вам понравилось, купите. Глаза разбегаются, я знаю. Скажи, принцесса, это что? Не ваза. Второй шанс. Скажи второй раз. Болгарии пьют много вино. Кувшин, правильно. Сейчас посмотрим. Кувшин.